я иногда на фотографиях делала так. Чтобы... Дурочка. L'Oréal Perfect Match у меня. У меня просто вся косметика заклеена. Абсолютно вся косметика заклеена. Мы же не рекламируем здесь ничего, так как мы в эфире часто... Смотрите. Сейчас. Вот. Вот он. Это L'Oréal. У меня вот этот тон. Ну, так как я темненькая. Она стоит в районе 600-700 рублей. Она очень хорошая. Честно, вот девочкам я советую потом на каждый день. Она не... Ой, она по консистенции очень легкая. Она не запупоривает поры. Она хорошо покрывает недостатки. Она, короче, хорошая. Я пользуюсь ей где-то уже года два. И не хочу менять. Стэтс ушла, Балтер не ушла. Стэтс ушла из-за того, что, ну, вывели ее. Я вам конкретно ничего много рассказать не могу. Только через неделю увидите конкретные эфиры. Артурчик там, если вы увидите, тебя хотят увидеть. Вот видите его кусочек головы? Видно, видно. Корректор, консилер. Смотрите. Консилер у меня два. Консилером я пользуюсь для глаз, для вот этой зоны. Для вот этой зоны. Бороды. У меня маг. Вот такой вот. Сейчас поверну. Вот маг. Сейчас. Вот, господи, что не фиксируется. Короче, вот такой вот он у меня. Пупсик, как ты там? Ой. Сейчас я жду, когда Максим выйдет из душа, чтобы пошла я. Нет, я довольна Максимом. Возраст не помеха. Когда-то я была в сомнениях и в смятениях по поводу Макса, но сейчас вообще не жалею, что выбрала его. Стецвят, больше не приходи на проект. Ну, она решит, но она не хочет. Как Настя, если ты здесь, как вы там вообще? Не знаю. Может, у ведущих есть надежда на то, что Анастасия Балтер изменит? Я не знаю. А вы чего не спите? 3 часа утра, а вы не спите. Господи, почему ты меня не закрываешь? Бумаги удалили все, и поэтому смотри, походу, невозможно. Уже разбил всем, кому только можно, как бы без вариантов. Вы идеально, согласен. Ну что такое? Насчет лица. Кстати, вот так вот сейчас выглядят мои шрамы. Я надеюсь искренне, что они пройдут. Если что, через недельки-две пойду к косметологу. Болтает там Николайчук. Ну, Николайчук спрашивает, что там болтает. Кстати, у меня такой тинт. Он прикольный, он так хорошо увлажняет губы и дает такой оттенок губам. Вот видите, сейчас у меня нету ничего на губах, а от тинта осталась вот такая вот штучка. Я отметила девочек, которые мне прислали, очень прикольный. На губах, на всех губах по-разному смотрится цвет. Да, шрамики такие. На жизнь.
устал так сильно, я устал. Да, я читала ее статью, не статью, а интервью, где она сказала, что извинюсь и на этом расходимся. Ничего, я за свои деньги схожу. Салут на кичмек, да, ее плекат аз. В плане работы, нет. Сейчас еще раз покажу. Вот, смотрите. Они не сильно заметны, но я про них уже забываю. Но если они останутся, то я расстроюсь. Если честно, уже расстроюсь. Да, ну я деворат. Нет, я с ней лично не знакома. Я без маски, без маски, без каких-либо фильтров. Видите, у меня тоже сейчас кожа вся блестит, потому что целый день в макияже. Я поняла, что больно убирать лазером. Ну, на самом деле, загадывать не хочется. Контрактубикс, ну, он особо мне не помогал. У меня был удар на ноге, шрам остался. Я мазала контрактубиксом, он особо не помог. Значит, без усыпили коктейли, которые нам сделала Майя. Как масло, сидит парень Вики, в смысле, как сидит? А что вы имеете в виду? Спасибо. Ну, сейчас я уже не часто танцую. Я была, когда жила в женской, часто танцевала, потому что разбавляла как-то обстановку. А сейчас я же с Максом и больше времени провожу с ним. Нет времени на танцы. Привет, Владивосток. Короче, я можете зайти ко мне в профиль, я маленький эфир провела, там 5 минут недолго. Я вкратце их рассказала, что случилось с ТЭЦ, просто уже выбили, она очень сильно была заведенная. Спасибо, спасибо, мои хорошие. Кто сейчас не спит на Дом-2? Ну, я не сплю, Николайчук не спит, Морген и там еще парочку. Да, он долго моется, он еще моется 2-3 раза. О, смотрите, видите, я худая, а... Складки есть. Хац. А так прессик есть. Бора плюс. Попробую. Кто ушла? Стэц? Да, ушла. Свадьба с Максимом. Ну, когда-нибудь она состоится. Нет, не делала, но я хотела, но я не хочу их увеличивать, типа... потому что мне все сказали, что они мне так нормально, не надо увеличивать. А у меня очень сильно сушат губы, особенно зимой. Вот нижнюю губу прям просто до безумия она сушится. Я их сколько не мажу, она все круглосуточно сухая. Любые гигиенички ни хрена не помогают. Короче, и думаю, может, что-то вколоть, чтобы увлажнить. Подси, привяжьте Куман Сторис. Да, он ушел. А, вообще-то Максим больше повлиял на уход. Нет, он не воняет, просто он чистюля аристократ. Он моется и утром, и вечером. Один. Спасибо большое. Мне 25. Максима не видно, потому что он сейчас в душе моется. Не знаю, когда будет свадьба. Когда будет предложение, тогда, может быть, скажем. Я не хотела ребят конкретно специально. Если вы увидите какие-нибудь паблики, где рекламируют какие-то средства для похудения, пожалуйста, ничего не покупайте, потому что я не пью таблеток. Я похудела, я очень сильно и быстро худею из-за стресса. Это, не знаю, такая вот... Тирасполь, привет! Я по гороскопу Весы. Спасибо большое, но я хочу поменять форму носа. Особенно мне все говорят, что я какая-то некрасивая с этим. Я не комплексую, но можно и исправить. Я все люблю есть, кроме печени. Я не люблю печень.
А я не помню, его там никнейм какой-то надо. Как, с каким Сережей? С Захаром? Ну мы-то здесь все живем и все общаемся. Нет, она ничего не натворила. Нет, я с Ирой не общалась. Спасибо большое. Это получается где-то 300. И ты живешь по сценарию. Это очень невозможно. Ну, соображать надо немножко. Твое видео, сертификация отправила новое. Ну, ему все надоело. Просто меня не было на поляне, когда он ушел. Что такое русификация? Ай, красавчик, спасибо большое. Кстати, насчет горохового супа, если честно, иногда так я его хочу. Как ухаживаю за волосами? Обычно у меня, если честно, очень кучерявые пушистые волосы. Бальзам, шампунь, масло для волос и, конечно же, плоечка. Спасибо. Определенные продукты нет. И у меня просто может так иногда возникнуть желание что-либо конкретного съесть. Если прям я хочу, то это надо съесть. Ну что нового интересного? Ну, сегодня новые лица пришли. Сказала, что я недавно проводила прямой эфир. И можете посмотреть, вкратце их рассказала. Посмотрите, меня сегодня бомбануло в одном месте. Заколебали. Спасибо! Спасибо большое. Спасибо. Нет, они еще не сошлись. Нет, Юля не болеет, Юленька просто захотела похудеть. К сладкому, честно, равнодушно. Очень-очень редко, когда вот прям хочется сладкого. Очень. Я не люблю торты, я не люблю шоколадки. Прям так, знаете, если захочется, то тогда могу чуть-чуть съесть. Мне обычно от сладкого плохо становится. Спасибо большое, Вика зовут блогершу. Нет, они не вместе. Да, мы с Максом в отношении. Что? Кучерявые волосы почему не оставят? Потому что они пушистые очень, и мне не нравится. Знаете, как девочек всякий раз бзики. У кого кучерявые надо выпрямить, у кого прямые надо закучерявить. Тот белый не в курсе, сейчас на ее не могут найти. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, честно говоря. Спасибо. Кто нравится? Я не ругаюсь Моргина. Кто не нравится? Уманский? Уманский нет, с ним не общалась. Сейчас пойду спать, жду Макс, чтобы вышел, чтобы тоже сходить в душ, снять макияж. Соленое люблю. Знаете, что я обожаю? Я обожаю соленые огурцы. Это просто моя слабость. Спасибо большое. Спасибо. Аня! Спрашиваю, ты серьезно на Моргина настроена или нет? Конечно, у нас скоро свадьба будет. Конечно, не скоро свадьба. Да, Ромаш в отпуске. Успокоился. Привет из Молдовии. Привет. Мадам дал ушит что? Да, Настя, Стец и Максим вместе. Фух, к нему и не придет эта девочка. Куда, что пропало? Полосин прокопец, у нас 3.31. Блин, я так устала, сейчас у меня такие тяжелые глаза. И скажите, мне кажется иногда, что я разговариваю нудно, и меня это раздражает. Но я этого не замечаю. У меня просто так посажен голос, что я как будто постоянно бесит. Конечно, отдельная комната. Иди спать, иди отдыхай. Надо поспать хорошо. По дому, конечно, скучаю, по подружечкам своим скучаю. Ну, всегда по-разному. Но с Максом, короче, обычно рано не ляжешь, потому что он всегда начинает приставать. Ну, говорю, все, давай, выспимся, а он нет. Да, эфир тоже в эфире. Сказал, этот эфир проведет, пойдет спать. Иванка Хавратовна.
Да, они вместе. Мадам, моя настоящая фамилия, это фамилия папы. Смотрите, я вот здесь, вот у меня тут собралась тона. Я не крашу, у меня здесь нет теней, у меня вот такая вот, вот здесь у меня синяки и здесь. Я веки не крашу, я просто сначала смываю все мицелляркой, потом я умываюсь умывалкой, и потом я тонером и какой-нибудь увлажняющей сывороткой. Девочки, на ночь тоже надо увлажнять. И самое главное, как вы умываетесь, как вы снимаете макияж. Неважно, в каком вы состоянии, уставшие, не уставшие, выпившие, не выпившие, обязательно снимайте макияж на ночь, когда спите. Не надо портить свое лицо ленью. Привет. Да. Сказали, что мадам из себя мужика сделала, я говорю, ты был мужиком. Моя ж пузичка, конечно. Спасибо большое, так счастливо. Так, мою голову три раза, короче, раз в три дня. Я стараюсь не чаще. Иногда даже раз в четыре дня. Даже когда голова там грязнеет, я стараюсь собрать волосы, потому что я не хочу портить эпидерм головы. Я, так, с кем работала до проекта? Я риэлтором. После проекта, но у меня есть парочку идей. Певец мой уже. Ну, пришла, да. Я не знаю, куда. Конечно, они общаются. Приветики. Да, они такие мои. Сейчас у меня тинт на губах, который не смывает. У меня тут еще родинка на губах есть. Пожалуйста, поэтому я и уже решила выходить почаще в эфиры, потому что вас держать в курсе дела, пообщаться с вами, может, вас что-нибудь интересует. Насчет боксов, кстати, я подумаю. Я знала, что есть проблема, но, как говорится, не мы такие же, такая. Спасибо большое. Спасибо. Нет, 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 я просто никак с ней не общаюсь. Никак. Хорошо, конечно, спасибо. Ладно, пусечки. Артур пошел спать. Опять пытались. Да, ну что такое? Какой у вас режим? Господи, его просто нет. Макс с Алишером общается? Он сказал, да, общается. Зачем он это снимает? Смотрели? Давайте спать, ложитесь, потому что надо в школу вставать. Надо высыпаться. Все, всем спасибо, всем. Вот такой вот. Привет. Это блок. Короче, все. Покажи Моргина, только что показала. Почему? Признает, они общаются. У нас, кстати, есть подарок для Алишера, он у нас здесь, мы были же в Уфе, нам передали. Мама Макса передала. Макс должен передать подарок. Спасибо. Максим, знаешь Егора Крида? Кто это? Нет. Кто это? Паша и Катя в отпуске. А серьезно, кто это? Кто это? Здрасте. Ты что, в своем эфире посидел и решил на мой прийти? Морген балдежник. Что значит балдежник? Так. Прикольного пацана. Все, скучный эфир закончился с Аней Мадан. Начинается веселый с Артуром Николачком. Балтер вообще адекватный. Я? Так, спать иди, сейчас пойду. Тут отработаю, тут и пойду спать. Спасибо.
Привет, привет. Опять ты. Опять я. О, Артур. О! Артур, выйди еще в эфир. Не, я не буду уже, ребят, спасибо. Я уже наигрался. Да, можешь там. Артур, кинь мне эту. Дай Максим, пусть Максим пообщается. Нет, я хочу. Да, что кинуть тебе? Пусть он мне кинет. Хит юшку. Я. Зачем ты закончил свой прямой? Я все, я спать иду. Артур, девушку нашел? Нет. Ну давай, найди. А, он у себя заходит. Ребят, переключаемся на мой эфир. Не, мы сейчас Артурчиком совместно сделаем. Давай. Я сейчас тебе присоединю. Блядь, а че? Артур, привет, привет. О, Артурчик, ты снова здесь, только у тебя в эфире была. А я везде, видите, работаю, как бы, чтобы вам интересно было. Или она... На мне блок. Так, на мне топ. Ну, Артур, да. Ты новенький? Как-то нет уже, как бы, извините. Уже как бы... Почему социалят ушла? Ну, есть на то свои причины. Какой из них делает пародию на опасный? Я не делал никого. Я снимал еще до того, как опасный начал снимать, чтобы вы понимали. Просто у меня аккаунт удалили, вы этого не можете наблюдать. И не надо меня с ним это самое. Ура, Артурка здесь. Здравствуйте. Вот и отдай прямой мадан. Нет, все, она уже все. Ты классный, очень спасибо. Какой айфон у тебя? А вы угадайте. А ты кто? Я этот... Друган. Друган, Аньки Мадан. Самый классный, спасибо большое. Макс Морген и Евгений отправился. Так. Как сей парень Вики Винст. Сейчас, короче, ждем Максима Моргенштерна. Подожди, Wi-Fi поменяет. Что, Wi-Fi поменяет? И вот что будет намного веселей. Как бы то, что мы наблюдали до этого в эфире Ани Мадан, это было неинтересно. Вовсе. Девочка, начал офигел. Девочка, вот офигел. О, понеслась. Морген хороший друг, да. Прикольный мальчишка, ты, но маленькая для тебя. А где твоя девушка? Иди к ней. Куда? По Москве? Давай. Ну сейчас пришел только. Красивые такой девочки не идут. Загадка. Я сделала, но он, короче, грязный. Что за, блядь, чему сбой, блядь? Ты подключаешься? Сбой. Я зайду в инстаграм. Какой сбой? Надо подписаться на тебя. Обязательно надо подписаться. Кстати, у меня вышло новое видео. Как бы 3000 лайков, я выпускаю новое. Поэтому можете зайти поглядеть. Очень смешное, по моему мнению. А то этот не отвечает. К тебе прийти на проект. Ага. А чего опять над Балтеру угорать? А что, нельзя, что ли? То есть она тут людей бьет, а нам что, нельзя поиздеваться немножко? Откуда говор у тебя такой? Я в Крыму жил всю жизнь. А что запрос? Не приходит? Подключение идет. Макс Морген не может подключиться. Вот ушла она, потому что не хотела больше участвовать в дерьме. Ла-ла-ла. Ты очень хороший, добрый, милый. Обязательно девочки приведут тебя на проект. Тебе жди. Спасибо большое. Будем ждать. Это шо... Шо, где, когда? Что? Будет день, когда ты и ты будешь драться. Все, я мы тебя ждем. Я сам. Спать давай, душ, я пойду. Какое у тебя это к отношению к Балтеру? Негативное. Морген где-то. Он Wi-Fi ищет. Wi-Fi нашел, прямой эфир тоже просто. Сон для слабаков, конечно. Ну да, согласен. На протяжении... Особенно утром. Ага. Где он? Он поделился? Я отдельно, потому что это скотобаза, ни хрена не может. Так за кого в ЧГ, в чем проблема ответить? Да. Достойных ЧГ очень много на самом деле. Поэтому страшный. Спросите Максима. Расскажи, что у Ромашки и Бухин. Не могу.
рассказать ничего. Балдур ушла с проекта. Зайди ко мне в сторис, посмотри, как она ушла с проекта. Какая девушка тебе нужна? Нет определенного типажа. Как вы, Макс Морин, как вы утром встаете, когда так поздно ложитесь? Тяжело. Очень тяжело. Особенно я спала сегодня утром в душе. Я тоже сплю в душе. Знаешь, что я сегодня сделала, короче? Полотенце сели? Я короче, взяла подушку сюда, забыла. Взяла, плед не спала. Хоть всем в кровати здесь аппарат. Максим, нет, давай! Я сплю. Я тебе отправил запрос. Сейчас, подождите, я Моргина подключу. Ага, так. Как ты подписан? Колхозник. Сейчас инст немножечко это пропиарю. Как тебе найти в Инстаграме? Сейчас, секундочку. Секундочку. Бля, пиздец, задержка. Заебёшь ты. Видно? Чине. Подключение идет. У меня тоже. А? У меня тоже. Давайте я приглашу. Ой, подожди. Правильно же тебе запрос кинул? Видно, ага. Директ пустой. У меня? Сейчас я вам покажу. Директ пустой. Нажимаем. Запросы. Тут 99 показывается, потому что больше не показывается. Нажимаем все запросы. Показываю это эксклюзив. И погнали. Даже видите, не обновляется. Пустой директ. Скажи, правда, Балтер ушла? С чего взяли? Потому что уже уехал белый. Морин, мы с тобой, короче, походу, не сработали, да, сегодня? Да. Обалденно. Ладно, товарищи, друзья. Надо идти спать, потому что реально уже в жар бросает. Всем спасибо, что были со мной, с Аней Маданой, с Максимом Моргенштерном. Как бы в следующий раз мы сделаем красиво.